Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам необычные факты о биглях. Обаятельные и дружелюбные бигли сегодня одни из самых популярных собак для содержания в больших семьях с детьми. Эти животные отличаются высоким интеллектом и хорошими физическими данными. Они энергичны и жизнерадостны. Бигли обладают рядом интересных особенностей. Итак, представляем вам 5 необычных фактов об этих собаках. Бигли – собаки с очень чувствительным обонянием. Практически всю информацию об окружающем мире они воспринимают через нос. Если бигли заинтересовал какой-то запах, для него перестает существовать остальной мир. Эту особенность необходимо учитывать при прогулках и всегда держать руку на поводке. В противном случае собака может убежать на поиски даже еле уловимого запаха. Обоняние бигли активно используется в Америке, Австралии и Великобритании. В Соединенных Штатах существует особая бригада бигли, которые обучены находить в багаже на таможне наркотики и запрещенные химические вещества. В Австралии представители породы помогают службам безопасности находить взрывчатку, в том числе в экстремальных условиях. А на своей родине, в Великобритании, бигли известны как отличные помощники при охоте на некрупную дичь. Бигли лишены чувства насыщения, поэтому склонны к ожирению. Хозяевам этих собак важно следить за рационом и распорядком приема пищи своего питомца. Питание бигли должно быть сбалансированным, перекармливать этих животных нельзя ни в коем случае. Бигли всегда нужно занимать делом. Это очень активные собаки, которые требуют постоянного внимания к себе. Особое значение для представителей породы имеют физические нагрузки. Гулять с биглем лучше по часу, полтора-два раза в день. У этих животных обязательно должны быть свои игрушки, в противном случае они будут грызть вещи в доме, которые для этого совсем не предназначены. Бигли – собаки со своенравным характером. Представителям породы требуется дрессировка с самого раннего детства. Бигль должен признавать авторитет хозяина и слушаться его. Если момент раннего воспитания упустить, во взрослом возрасте представитель породы может проявлять упрямство и агрессивность. Бигли – очень преданные собаки. Они любят всех членов своей семьи, да и в общем очень доброжелательно относятся к окружающему их миру. У породы есть как свои плюсы, так и свои минусы. Если желающий завести бигля человек будет готов к каждому из них, представитель породы станет для него лучшим другом. О других интересных фактах из мира домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!